«Да хватит уже звонить, хватит!» Несколько дней тому назад мне позвонила двоюродная сестра. Как бы сказать. Почти в 3 часа ночи. Голос был ужасно злой и... Не знаю, мне показалось, но я слышал страшное отчаяние. «Ты чего орешь? Что значит «хватит звонить»? Я сплю!» Ее голос резко осел. «Так ты не звонил?» «Нет». «Извини, я... пока». Голос дрожал. От волнения, либо от страха. Что-то меня дернуло тогда изнутри. Решил перезвонить. Вдруг случилось что? Звоню, занято. Еще занято. Минут 25 пробовал, и ничего. Уже действительно начал переживать. Решил доехать, мало ли. Честно говоря, в квартиру я попал с трудом. Аня долго не верила, что это я, настоящий, живой. Полчаса потребовалось, чтобы доказать это. А затем я услышал странную историю. «Возьми мой телефон. Смотри». Я недоверчиво взял, повертел в руках. «И что?» «Вызовы», — сорвавшимся голосом сказала моя сестра. Я открыл последние звонки и просто офигел. «Это что?» «Не знаю. Они звонят и звонят. Все, каждый». В книге вызовов были сотни звонков. Причем, если сперва интервалы были около 5 минут, было видно, что Аня даже успевала перезвонить, то потом буквально каждые 10 секунд. «Все клянутся, что не звонили. Никто не звонил». Она заплакала. «Знаешь, что самое страшное? Мне звонили с телефонов, с которых это просто невозможно. Умершая бабушка, дед, бывшая коллега по работе». Я попытался успокоить ее. «За час до тебя позвонил мой бывший. Сказал, что приехал и уже стоит внизу. Попросил открыть ему. Вот только я не просила его приезжать. Да и нереально это. Он за 1000 километров отсюда». Аня зарыдала. «Он в дверь стучал, я слышала, клянусь». А затем исчез. Я побоялась перезвонить. Странно, но пока я был у нее, звонки прекратились. Кажется, она немного успокоилась. «Ладно, слушай, я, наверное, спать лягу. Езжай домой». «Ладно, хорошо. Если что, звони». Я уехал, оставив Аню одну. Этой ночью мне больше не звонили. Однако утром меня разбудил звонок из полиции. Я уже ехал по знакомому адресу. Оказалось, что Аня эту ночь не пережила. Инфаркт. А если просто, сердце от страха встало. Что произошло, не знает никто. Подозревали меня. Отпечатки-то были в квартире. И никаких доказательств, кроме... Однако день спустя удалось найти свидетелей. Не самых лучших, но выбирать не пришлось. 3 любителей выпить в тот вечер сидели во дворе. По их словам, сперва приехал автомобиль, из него вышел молодой человек. Вышел я. В квартире провел около часа и уехал. Но на этом все. Минут 20 спустя в подъезд прошаркал какой-то урод. Причем урод этот шел ужасно медленно. По словам Пьянчук, буквально полз. Почему урод, они так и не смогли объяснить. Сказали только, что выглядел он так, словно руки и ноги ему растянули, а тело прежним оставили. Длинные очень были. Их словам не особо верили. Мало ли, что померещится по пьяни. Но факт остается фактом. Мою сестру уже не вернуть. 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 Ты следующий.